Всем привет, ребят, с вами Ярик Плей, сегодня мы с Фалконом продолжаем играть Fall Guys. Всем здорово. Сегодня у меня костюм колотушки, а также появились ненадолго костюмы в магазе, которые из прошлых сезонов. Cuphead, к примеру, вот я его купил. Повезло. И сегодня у нас будет очень необычный ролик. Дело в том, что у нас будет чередование, финальный марафон. 6 бобов входит в эти непрерывные финальные раунды, а выходит только один. Да. Сплошное душевное равновесие, нерушимое равновесие, ну, идеальное равновесие для победителя. Ну, в смысле... Короче, душевное равновесие тоже временное событие, но это еще не все. Дело в том, что мне недавно подарили конфеты под названием Bean Boozled, The Jelly Beans. Это тоже бобы, типа... Только это конфетки, но они с подвохом, типа, конфетка... Есть вкусные конфетки, а есть невкусные конфетки. Да, хотя по цвету и по окраске они одни и те же. И определить, где вкусные, а где невкусные, не получится. И вот что я придумал, за каждый проигрыш я буду съедать по одной рандомной конфетке. Может лучше по две, просто по одной это будет очень медленно. Да ладно тебе, я и так уже с соплей сегодня нажрался. И детских подгузников. Это уже капец. Это было так мерзко, я больше не хочу это пробовать снова, я еще тухлое яйцо там съел. Ну, в остальном мне, в принципе, везло. Соответственно, сейчас мне должно, по сути, не везти. Мне попадался попкорн с маслом из хорошего, а также... Торт на день рождения. Я потом перечислю вам все вариации. Ну что ж, а сейчас погнали играть с Димоном в финальный марафон. 3, да, 2, 1. Я готов. Короче, ребят, мы с Димоном попались. У нас только финальные раунды, всего раундов 5. Сейчас хрупкий пол, первый раунд. И два у меня появилось... Катки, и один белый медведь еще. Ха! И помидор. И у меня появилась идея. Если выигрывает не просто обычный чувак, я проигрываю, а выигрывает Димон, то я сжираю это две конфеты. У тебя появилась идея, Ярик, а у меня. Ладно. Не буду воровать идею у Димона. Ах ты подлец! Все плитки у меня своровал. В обмен на то, что я своровал идею, ну как, сказал то, что это моя идея, а не твоё. Ну ладно. Так, падаем. Опа! Так вот, опа. Если выигрывает тихо. Димон, то тогда я сжираю две конфеты. Две. Да, две конфетки. В общем, идея суперская. Нет! Я скилл медведя, ну и медведь врезался в меня. Что, Cuphead упал? Куда упал Cuphead? Cuphead сдох! Он упал в виду бок! Капец. Это кто сдох? Абстракт Дов 149 или Вен 1902? Ха, Абстракт 4. Дов, чего там? Ян 2007. Ну, запись, чтобы у меня не только 5 минут сохранялось, но и все. Просто забыл. Стоп, Волф 696, он нам попадался? Не идеальное помню. Равновесие. Бласко. У кого-то там был ник. Falcon Play TV и кстати, Ярик Плей. Я теперь записываю видео в две дорожки. То есть у меня отдельно запись голоса и отдельно запись звука игры. Это очень удобно. О, я могу отрагивать да. голос, если мне не нужно затрагивать, ну ты понял, звук игры. Тихо! Есть! Есть Cuphead! Второй Cuphead сдох. Из-за того, что на вас отвлекся, я чуть не скатился вниз из-за того, что я слишком поздно перешел. Я случайно, извини. Не, серьезно, случайно. Да нет, это не из-за того момента, когда ты меня подержал, а из-за того, что я смотрел на то, как ты других пытаешься скинуть. Я отвлекся. В финале будет тот раунд, в котором ты можешь, конечно же, схватить корону. Это затерянный храм или покорение вершины. А до этого будут раунды, где ты можешь упасть в слизь. Идеальное равновесие, тонкий лед, последний прыжок и хрупкий пол. Ну, следующим раундом, получается, будет тонкий лед. Так, я, кстати, играю с нового геймпада DualSense, геймпад PlayStation 5. И у меня нет длинного кабеля пока что, поэтому мне приходится корячиться, чтобы удобно было на этом кабеле играть. Просто у меня есть Bluetooth, но там иногда лагает не в нужный момент и сигнал. А. Если... Нет! Господи.
Ой, я что-то слишком поздно сейчас прыгнул. Что? Медведь сдох! Медведь сдох. Ян 2007 Бласку. Да. Может да, быть, я думаю, постараюсь уничтожить тебя? Может быть, я буду уничтожать тебя, чтобы, если что, дополнительную конфету не пришлось есть? Не-не-не, давайте делаем уговор, типа, что до финала мы обязательно один на один должны доходить. А вот в финале уже мы решим, кто выиграет. Ну, если ты уж или я там сдохнем из-за других игроков, то тогда... Ну, тогда... Это не входит в договор, в общем-то. То есть ты это не нарушение договора. Я помидор хотел бы скинуть. Ну и тебя, конечно, тоже не хочется дополнительную конфету все-таки жрать. Ну только не крысить, Ярик, потому что крысить это вообще по-скотски. Типа, если у меня не получилось скинуть помидор, и я остался на краю, то ты не должен меня крысить и скидывать, пока я стою на краю. Потому что так вообще нельзя. Стоп! Он идет! Блин, он отошел. Скидывай в эту пробу. Это очень опасно! Ща! А! Я еле выжил! Господи! Я раскидываю не обязательно в крайнюю. Как он так облажался, только же слово. Не допрыгнул. Так. Либо я сжираю две конфеты, либо я ничего не сжираю. Ну, скорее всего, я буду жрать. Печально. Хотелось бы шоу увидеть. Если будет храм, то, блин, ну ты можешь и выиграть. Вот покорение ты точно выиграешь. Ну я же говорю. Блин, надеюсь, если я выиграю, то тебе не вкусно, точнее, получится. О! Есть отличный старт! Спасибо большое! Я тоже! У меня тоже отличный! И колотушка! Зашибись! Самая лучшая для меня вариация. Конечно, может что-то случиться такое, что я не выиграю, но как бы все равно. Я не думаю, что это случится. Что? А? Как? Ты колотушку заюзаешь? Что? Есть! А как я не смог? Есть, я выиграл. Я не смог подпрыгнуть. Так, жру первую конфету. Так, что это будет? Так, ёлки-моталки, одна упала. Это будет... груша или сопли? Нет! Ладно, придется жрать. Стоп, погоди, а ты как узнал, что это груша или сопли? Там можно узнать разве? Там можно узнать? Только на вкус. А как ты, а ты типа сказал груши или сопли, как ты это понял? Потому что там написано, что... А, типа там написано или вкусно, или невкусно, и какое имя. Да. А, я понял. Так. Ешь вторую конфетку. Нет, лакрица или скунс. Ой, скунс! А ну-ка. Я не знаю. Как будто мятное что-то. Не понял. Лучше проглотить, пока я... Ярик, лакрица, это, ну, как бы, если мятное, то это лакрица. А! Тогда мне повезло, есть! Давай душевное равновесие играть. Давай, 3-2-1. Вот, ребят, первый раунд, душевное равновесие, нас начало 25 из 26. Сколько капхедов? Два. 4 капхеда целых, по-моему. Так, раз, два, три, четыре, да. Try hard, full guy. Я скинул этого чувака, который тоже пытался меня скинуть. Я помню, если ты просто падаешь и вздыхаешь, то тебе нужно подождать еще, пока я выиграю. А если я тебя скидываю, то если я побеждаю, то я сжираю одну конфету в любом случае. А если... Почему? Типа, это же... Если я тебя скидываю до финала. А почему? Это же типа не должно быть наказание, это же ведь хорошо. Типа... А, мы же договорились, что до финала меня нет. Да, я понял.
Если я тебя скину до финала и выиграю при этом, то тогда... О, господи, осталось 2 капхеда. Тогда я сжираю одну конфету, а да, если ребят, я... советую зайти на мой канал, Ярик оставит ссылку в описании, посмотреть мой ролик про чередование этих режимов. А. Так вот, а если я не выигрываю, то тогда я съедаю 2 конфеты. Потому что за то, что я Димона скинул до финала, мне же должен какой-то ущерб даться. Да. Так, теперь тут пушки появились. Ага, вас выбили 0 из 6. Так, нет, между стенками. А-а-а! Какой-то скеллингтон пытается меня держать. Капхед свалил, дверь, капхед свалился. Все капхеды подохли. Там какой-то капхед пытался меня скинуть, я его почти скинул, а дальше он унес вместе с собой, причем какого-то чувака. Так, ну что, сейчас у нас идеальное равновесие. 9 человек. Обычно 10 остается. Ну ладно. Тут часто 9 почему-то. Хотя должен быть 10, по идее. Ты у меня пролагал маленько. У меня ничего не может лагать. У меня отличный интернет. Я Ой, помню, как нас было 9 человек. Я скинул шестерых. Я помню, как у меня не получалось сделать стрим, потому что у меня лагал интернет постоянно. А. И мне пришлось завершать. Так вот, я помню, как у нас однажды в идеальном равновесии было 9 человек. Я скинул шестерых, потом один еще сам сдох, а потом я пытался утянуть с собой Димона, понимая, что я до таймера не доживу. Но произошел какой-то баг, я запутался и сдох. Боксер, боксер, осторожней, Димон. Он обнимает, причем меня. Я не хочу конфеты жрать. Ты подлец. Я скинул волка. Я советую тебе не скидывать на цилиндре, где толпа игроков. На части цилиндра, где толпа игроков. Потому что тебя закрыть этим. Стоп. А давай правило такое. Типа в финале душевного равновесия скидывать можно. Душевного равновесия именно. Друг друга? Да. А, ну это понятно, да. Потому что это уже как бы финал. Да. Я тебя тоже могу скинуть тогда, да? Без возмещения, типа. Ну да. Ну, хорошо. Курица! Господи, как курица выжила! Что? Я тебя выкинул. Куда я улетел? Куда я улетел только что? Я еще одного скинул! Ярик, куда я улетел? Еще одного! Нет, нет, не получилось. Ярик, куда я улетел, ты видел? Есть! Минус одна конфета. В любом случае. Так, боксер пытается меня подкрысить. В крысу тупо. Лезет. Господи! Вот это было сейчас очень риско. Стоп. Ярик, ты сейчас можешь выиграть. Нет. Что? А! Он сдох! Сейчас осталось только Годзиллу скинуть. Не, ну Ярик, это. Ярик, я не должен был сейчас падать. Хочешь прикол? Потому что. Я тебя обнял! Я остался на цилиндрике, и потом бы я куда-то просто улетел. Так я даже не хотел этого делать. Господи, я не выживу. В идеальном равновесии я плох. Нет, есть! Я выиграл, я не буду есть конфеты. Зашибенно. Молодец. Я начал тупо... Как ты меня скинул? Это вообще что было вообще? А вот так. А, кстати, вот мой новый триумф. И у меня новый баннер. Ну, я знаю этот триумф. И у меня он тоже есть. Короче, ты меня начал держать, я остался на плитке. Но потом... Меня куда-то просто унесло что-то. Меня унесло в дырку, которая была на соседнем цилиндре. Ну ладно, это такой странный был фейл, мы сейчас мы будем играть в финальный марафон. Ночной фильм. У меня лицо, я сейчас буду... Так, я сейчас одену немного другой костюм. Так, ага, ага, ага. О, вот. Так, где... Ага, прям на него наткнулся. Финальный марафон. Так, 3, 2, 1. Итак, ребят, мы попались в финальном марафоне. Стоп. Мы не попались. Как? Что это такое? Вот теперь мы попали, что? Золотой волк. Отлично.
Просто у нас так идеально был тайминг в тот раз, типа вот 3, 5, 6, хрупкий пол. Стоп, это Hero XGG, он мне попадался когда-то. Стоп. Уничтожай, просто уничтожай, Ярик. А чё ты делаешь? Так. Скинул. Каптофун. Картофун. Картофан. А может быть реально он просто по-английски буквами написал. Не, ну это золотой волк, это наша главная цель. Короче, скидываем его по полной. А, не по кругу, зашибись, не по кругу. Золотой волк там остался. Золотой волк остался там. Ему будет сложно перепрыгнуть обратно. Но он сможет перепрыгнуть. Да, он перепрыгнул. Зашибенно. У нас или две плитки, или... Все, отлично. Джек Скеллингтон. Сдох. Вот. А идеальное равновесие. Если ты его скинешь в идеальном равновесии, даже если ты упал за ним, то он все равно дохнет впервые. Ладно. Хотя, скорее всего, сдохнет герой. Да. White Widow 80. Короче, над волком просто надо издеваться. Он зачем ты сейчас-то? Он теперь бояться тебя будет. Да ладно, волк, я пошутил. Нет! А, он рывок сделал тоже, господи! Минус одна конфета. Спасибо, Дима. Надо было мне его тоже. Да, удачи тебе выиграть против него еще. Согласен. Это будет очень большая проблема. Сейчас Хруком Малу будем просто его... Фух, будем его... убивать, уничтожать с героем. Я тоже нажал на рывок, но почему-то он... Ах ты тварь! Ай ты тварь! Нет! Что вы делаете друг с другом? Это капец. А зачем ты ломаешь? Волк. Я с рывком не буду прыгать. Волк! Ты что творишь? Я вот не понимаю, как у него получилось использовать рывок и сдохнуть позднее меня? Ведь я тоже рывок затеснул. Он весь фиолетовый сломал. Нет. А где тот чувак сверху? Он на каком левеле? Он на голубом, только верхнем. Он через два уровня от тебя, ты понимаешь, Ярик? Капец! Вот это сейчас будет капец жестко. Вот золотой волк себе что-то руинит все. Мне кажется, он подохнет. Нет, мне не кажется. Мне не кажется. Он пытается уничтожить меня тем временем. Господи, он все сломал. Посмотри, да что он делает что-то неправильно. У него не хватит так много времени, чтобы оставаться... А, хотя он же с рывками будет прыгать. Он же умеет. Он с рывками сейчас будет. Или он что-то пытается сделать. Смотри, что он... Я чуть не упал, господи. Что? Он оставляет себе. Ах, он подлец. Я понял его тактику. Короче, у меня есть идея. А, вот сдох! Вот сдох! Господи! Вот он дурак! Он сдох! Да! Капец! Вот это уничтожение противника реально может мне помочь. Затерянный храм в финале у нас. Я думал, будет покорение вершины. Ну да ладно. Не, ну это просто позор. Как он так облажался? Ну конечно, Ярик! И теперь... Конечно, Ярик, вот как ты остался один на один с ним, он сдох. А нет, против меня он не сдох. Стоп. Я знаю, куда прыгать. Зашибись, ему везет. А, теперь тебе тут везло. Короче, плевать, вот так вот поднимаемся. Нет! Как он? Он меня подвытолкнул! Он меня... Дурак, Ярик! Он меня подвытолкнул, я замечал то, что он типа вот начинает подниматься.
с рывками. Капец. Я такой делаю рывок, чтобы у него не получилось. Но он меня подталкивает немного. Я ощутил, типа, немного вибрации в геймпаде. И он просто меня вытолкнул за этой кувшинки, и я на ней почему-то не подпрыгнул. Жрём конфету. Хорошо, что только одну. О, нет. Жареный маршмеллоу или жук-вонючка? Нет! Нет. Ну какой жареный маршмеллоу? Да мне жук-вонючка попался, идиот! Ай. Просто не такой уж и прям вот невкусный, как сопли или подгузники. Ай, ну что ж, душевное равновесие. 3-2-1, погнали. Итак, душевное равновесие, первый раунд. Все начали, 26 из 26. Соответственно, у нас в финале останется 10, сколько капхедов? 5. Капец. Капец. Причем один кап... У меня микрофон отрубился, я вот случайно выдернулся. Я по звуку так и понял, что он у тебя вырубился. Нет! Кого я скинул, он не успел сдохнуть, потому что там два других впервые. Господи, все горло этим жуком зудит, капец, у меня воды с собой нет. Я помню, я давал Саньку, вот Санёк тогда был со мной. Есть, 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 есть. А, закажи их, потом сделаешь такой же челлендж. Только говори там, что это попадается. Погоди, типа. Вот бинбузл-то, ну только в маленьких пакетиках там какие-то продаются, ну короче, ладно. Да ладно, все равно купи. Если бы он меня скинул... А, это ты, господи, а... я сейчас на тебя чуть не нацелился, Ярик, я просто ники не включил. Держимся подальше от краев, меня все хотят грифить. Меня просто все хотят грифить. Абсолютно. Так, это ты. А это Кена. Что? А он меня не закрысил, у него не получилось. А ты... Ты чё охренел, что ли? Ты чё охренел, что ли, герой? Ты думаешь, у тебя получится меня закрысить? Нифига, и герой. У тебя не получится ничего сделать со мной. Так вот, ребят, Санёк тогда был со мной. Помните же Санька? Мы с ним играли в страсти. Посмотрите этот ролик по страстям. Хэллоуин-опада. Так вот, Саньку я тоже дал попробовать. И в вариации... Так... Есть! Скинул! В вариации с клубникой, бананом и протухшей рыбой ему попалось худшее. Ой, Санёк после этого несколько стаканов воды сразу выпил. Это был капец. Надеюсь, тебе тоже тухлая рыба попадется. Нет! А ведь сейчас есть шанс, Ярик. Ну что ж, ребят, идеальное равновесие, последний раунд. Саньку было ужасно плохо после этой протухшей рыбы, и он все отказался дальше есть конфеты. Да. Это вообще капец. О, двоих сразу! Тихо. Фига, ты меня далеко откинул, я испугал. Меня очень далеко сейчас выкинул. Вот, Ярик, ты сам сказал, не надо специально, и сам специально на меня целишься. Да кто был возле края? Ох, красава, закрысил, закрысил. Молодец, Ярик, отомстил. Вообще-то не возле края был, я стоял с другого края, как бы. Вот сейчас я тоже с другого края стою. Что ты делаешь? Пытаюсь выиграть, потому что по-другому у меня не получится. Что? Как я соскочил вниз? Я вот не это должен... Карма, Ярик, за то, что ты пытался меня... Я не должен был соскакивать вниз. Это что такое? Ну ладно, в любом случае, одну конфету я могу уже жрать сейчас. Да. Итак. Мы готовы узнать, что это... Нет! Нет! Только нет! Это кокос или детские подгузники?
Гадость какая! Чего он занял кого-то? Че тебе подгузники попались? Да, я это жрать не могу. Подгузники вонючие. Как не сдох тут чел? Он же вроде бы слизь провалил. Блин, у меня весь рот в этих подгузниках. Есть, я больше не буду ничего есть. А, капец. Ну что ж, ребят, надеюсь, этот ролик вам понравился. Да, и уж детские подгузники и сопли были невкусные, опять было. Попробовать неприятно, но хотя бы не скунс мне попался, а лакрица попалась. Так весь рот и кишит этими подгузниками подлецкими. Ладно, скоро Димон будет проводить тот же самый челлендж. Я надеюсь, ему попадется протухшая рыба или рвота. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал мой и Димона, ссылку на который я не забуду, конечно же, оставить в описании, потому что я знаю, как я забываю оставлять ссылку на твой канал. Что ж, всем удачи и всем пока. Всем пока. Никогда не жрите эти конфеты.